Здравствуйте, Семен. Меня зовут Александр. Я из Болгарии, город Софии. Я хочу вам, через вам предам на целый Донбасс, целый русский народ. В Болгарии есть очень много людей, которые поддерживают независимость, свобода Донецкой республики, Луганской республики. Очень много людей надеются на России, которая восстановит мир на Украине, верит, что это дело правдивое. Очень много людей знают, которые самая истина, а истина только одна. Мы очень много смотрели, какие формирования есть в Украине. Видели, как НАТО уничтожает Украина. Ну, я как болгарский гражданин сам увидел, что случилось, когда Болгария вступила в Европейский Союз, когда стала член НАТО. Мы знаем, что там, где есть НАТО, ничего хорошего не получается. Потом я хочу вам передать от большой болгарский народ поздравления, потому что мы смотрим ваш канал и получаем правдивую информацию. Хочу через вас передать на русский сайт «Русская весна». За что? До того, что она передает правдивую информацию, мы узнаем истину. Я верю, что один день мы смотримся, а это хочу будет место на Красной площади на праздник День Победы 9 мая. Я верю, это получится. Поздравляю вам за что вы это, за что, за того, что вы делаете. Поздравления, Семен. Александр из Болгарии.